Заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов провел выездное совещание на строящихся очистных сооружениях в Кубинке. В мероприятии, которое прошло в рамках реализации проектов «Единой России», «Чистая страна» и «Военные городки», также приняли участие представители подрядчика и общественности. Как сообщил парламентарий, объект уже должны были сдать, но в связи с задержкой оборудования сроки ввода его в эксплуатацию перенесены. Ход работ на объекте контролирует Одинцовское отделение партии в рамках отработки наказов народной программы.